Новосибирская область – яркий пример успешного развития межнациональных отношений. Такую оценку дал заместитель руководителя администрации президента России Магомед Салам Магомедов. О том, как прошел рабочий день высокопоставленного гостя, в сюжете Николая Сальникова. Жить в мире и согласии – главная цель национальной политики России. С совещания на эту тему сегодня начался рабочий визит заместителя руководителя администрации президента. На встрече обсудили основные проблемы в сфере межнациональных отношений, которые предстоит решить в ближайшие 10 лет. Выбор тоже, в принципе, не случайный. Новосибирская область, конечно, существуют какие-то проблемы, которые есть и в других регионах, но в целом здесь проводится большая работа по гармонизации межнациональных отношений. Команда во главе с губернатором продуктивно в этом плане работает. Новосибирская область – многонациональный регион. У нас живут представители 180 национальностей. Зарегистрировано больше 60 национальных организаций. Поэтому стабилизация межнациональных отношений – важное направление политики региона. После рабочего совещания Магомед Салам Магомедов и Владимир Городецкий встретились лично. Есть система взаимодействия, когда есть уважительный диалог между всеми представителями национальных диаспор. Мы благодарны им за то, что они с уважением относятся к территории, где они живут, для них стала малой родиной. Но в то же время мы стараемся сделать для них условия для самореализации. По словам московского гостя, в вопросах межнационального согласия в Сибирском федеральном округе показатели лучшие, чем в среднем по стране. Но нужно организовать подготовку специалистов в сфере межнациональных отношений. В завершении рабочего дня заместитель руководителя администрации президента посетил Новосибирский академпарк. Здесь как раз наглядно демонстрируется, что если у вас общее дело, общие интересы, общие задачи, общие ценности, то, наверное, никто и не интересуется национальностью, вероисповеданием. Это как раз воплощение общечеловеческих и общих ценностей. Сегодняшний семинар был вторым по счету. Год назад делегацию принимали в Бурятии. Развитие стратегии национальной политики находится на личном контроле у президента России. Николай Сальников, Андрей Баев, Ксения Бородкина, Антон Мамаев, Олег Сурков, Александр Кабукин. Новости ОТС.